Salam. May ayının birindən ikisinə keçən gecə Dünya Pravoslavları Pasxa bayramını qeyd edir və elə bu münasibətlə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Pravoslav İcmasını bu müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edib, onlara xoş arzularını ünvanlayıb və elə bizim qonağımız da Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının mətbuat katibi Konstantin Pomenovdur. Здравствуйте. Сначала я хотел поздравить вас с этим праздником и пожелать вам, конечно же, всего самого наилучшего. Но как соблюдается праздник при этих условиях? К сожалению, второй год мы празднуем и Пасху, и Рождество в непростых условиях, в условиях карантина. И к нашему большому сожалению, волна идет за волной этого ненавистного всеми вируса. Нам разрешили совершать Пасху, слава Богу, и разрешали совершать Рождество, и президент, и правительство Азербайджана с пониманием относятся к нуждам православной общины. Но мы можем совершать эту ночь Пасху только сами, духовенство и те, кто должны присутствовать на службе. Прихожан у нас, увы, не будет. Массового такого общего богослужения, к сожалению, не будет. И мне, конечно, хотелось бы поблагодарить в первую очередь и президента, и духовное управление мусульман Кавказа во главе с шейхом за их понимание нужд православной общины, и господин президент всегда откликается, поздравляет с праздником православную общину, и шейх Хазрат Али, он тоже всегда с уважением относится, он тоже поздравил нас с Пасхой. Ну и, конечно, спасибо вам, что вы тоже поздравили нас от души, поприветствовали. Я бы хотел, чтобы ваши зрители тоже почувствовали дух радости, дух праздника. У мусульман впереди тоже праздник, Рамазан. Пусть он начнется с нашей Пасхи и будет продолжаться все эти дни, чтобы радость была в сердцах всех верующих в единого Бога людей. Несколько недель тому назад вы побывали в Карабахе, земли, которые освободились от оккупации, и видели там, и что там происходит, что там происходило в течение 30 лет. Вы все видели своими глазами мечети, здания. Практически ничего не осталось. Все разрушили. Каковы ваши впечатления? Первоначально, когда мы пересекли вот ту границу, где были позиции азербайджанской армии и армянской, меня наполнило чувство гордости. Чувство гордости все за то, что наконец-таки наш народ смог восстановить территориальную независимость Азербайджана, чувство гордости за то, что мы наконец-таки пришли на свои земли, вернули те, будем говорить, захваченные агрессорами районы. И вот эта гордость переполняла меня, когда я видел, какие сложные позиции, какие тяжелые условия были для азербайджанской армии, когда она шла вот на возврат, шла на то, чтобы вновь вернуть свои территории. Практически это чудо, это подвиг, что совершила наша армия. Но когда мы приехали в первое селение, второе, третье и, наконец, в Агдам, только боль пронзала сердце, вы знаете. Я немножечко имею военное как-то образование. Я обратил внимание сразу на колышки, вбитые с цифрами. Это в самом городе Агдана. Это значит, что там просто был тир, полигон. И вот эти колышки – координаты, по которым армяне били и тренировались. Не то, что ни одного здания, там фундамента нет. Хиросима по сравнению с Агдамом – это целый город. В Хиросиме только центр был разрушен. Ближе к окраинам руины остались. Там нет руин. Там нет стен. Там нет даже фундаментов. Что самое страшное. Все заброшено минами. Ладно, бог с ним. Мины есть и в полях, в лесах. Но в городе каждый кусочек, каждый дом практически, все кладбища, все святыни были замурованы. Единственное вот во всем Агдаме более-менее сохранились два здания. Это резиденция древняя Панах Алихана, но там был армянский штаб какой-то. И сохранилась мечеть, но там держали животных,
Свиней, коров держали в этой мечети. И то мечеть вся прострелена, половина крыши разрушена. Была боль, неимоверная боль. 30 лет эти земли были захвачены. За 30 лет там не то, что Агдам был цветущим городом. Я был мальчишкой в 14-15 лет, когда посетил Агдам. Это был прекраснейший, красивый город. Много стариннейших зданий, интересных зданий. Был свой театр. Были свои какие-то исторические места. Ничего. Сколько сил, сколько терпения и сколько средств надо нашему народу, чтобы все это восстановить. Люди, которые захватили эти земли, если они считают эти землями своими историческими, они не могли так поступить. Хоть одно дерево они могли бы посадить там. Нет, ничего, все порушено. Честно я вам скажу, я даже не слышал пения птиц в Агдаме. Потому что все деревья искорежены. Была весна, это был апрель месяц. Все должно было цвести. Все деревья засохшие, все погибшее, все вырублено. Как так можно было? Если вы говорите, что это ваша земля, почему же вы даже деревца там, кустика маленького не посадили? Вы только разрушали. Агдам полностью превратили в полигон, где тренировались армянские артиллеристы и ракетчики, или еще кто угодно. Ни одного живого здания. Более того, почти ни одного фундамента не осталось. Боль, просто боль. Мне вот просто непонятно это варварство, непонятно это зверство. Для чего? Вот если даже сравнивать с гитлеровским фашизмом, фашисты захватывали, немецкие захватчики, города. Да, что-то взрывалось, была война, понятно, что-то уничтожалось, но многое оставалось в целом. В Агдаме нет ничего. Ничего, как после атомной бомбардировки. Ну, одновременно армяне разрушили и православные церкви, кстати. И церкви вообще религиозные, значит, места других народов. Как вы это оцениваете, если они считают себя тоже религиозными, как бы сказать, у них своя как бы направление христианства, можно так охарактеризовать, то как это тогда все происходило? Это вообще, я думаю, что это вообще большой вопрос. Я не могу это оценивать, наверное, никто не сможет. Тут не надо оценивать, тут надо осудить и пресечь на будущее. Это не просто варварство, это какой-то духовный терроризм. Я согласен, допустим, армяне христиане и не любят мусульман. Они могли там уничтожать мечети, но православные храмы, наши православные храмы в Ходжавенском районе, село Куропаткино, они тоже устроили там полигон и разрушили храм. В Шуше был православный храм Иоанна Крестителя. Они его переделали в армянский. Это же исторические здания. Это же исторические здания. Это не просто так. Я согласен. Вы можете их не любить, там, ненавидеть, но закройте. Закройте и не трогайте эти здания. Вот возьмем у нас в Азербайджане армянские церкви. Стоят отремонтированные, чистенькие. Более того, вот в Баку, в армянском храме бывшем, библиотека армянских древних рукописей. Мы, народ, который подвергся агрессии, народ, который 30 лет жил в оккупации, мы не тронули армянские культурные ценности. А они не просто мусульманские, они и христианские ценности уничтожают. Исторически это какой-то... Я не знаю, это никак невозможно оценить, это надо пресечь и наказать виновных. Потому что оценивать, это шкала оценки зашкалить невозможно. Это даже слов, наверное, в русском языке, ни в азербайджанском, не найдете, как назвать это зверство. У нас, вот сколько лет мы живем в Азербайджане, и начиная буквально с первых дней, как Азербайджан получил независимость, не было ни одного ни межнационального конфликта, не было ни одного межрелигиозного конфликта. Более того, политика главы государства и нашего национального лидера Гейдара Алиевича, и нынешнего президента Ильхам Гейдаровича, политика мультикультурализма и толерантности. То есть с глубоким уважением, с пониманием относится и ко всем национальным меньшинствам, и ко всем религиозным образованиям. Более того, государство всегда идет навстречу, по крайней мере, христианам.
И не только православным, но и католикам, и протестантам всегда государство идет навстречу и материально помогает, и какие-то вопросы множественные решаются. Мы сами, люди, христиане православные, активно участвуем в жизни нашей страны. И во всех благотворительных, и общественных, и политических каких-то акциях мы активно, как полноправные граждане, участвуем в жизни нашего Азербайджана. Но то, что было там, на территории Карабаха сделано, это оценке никакой не подлежит вообще. Это даже не варварство, это не зверство, это не терроризм, это безумие. Безумие. Я всегда думал, что народы, даже вот национальности, народы, имеют и хороших людей, и плохих людей. Но столкнувшись с тем, что произошло в Карабахе, я как-то вот армянский народ не могу просто понять, чем они руководствуются в своей жизни, ведь они живут в окружении мусульман. Иран, Азербайджан, Турция, Грузия нашла ключики, прекрасно проживает и ладит и с Турцией, замечательное отношение у Грузии с Турцией, и с Азербайджаном замечательное отношение, и с Ираном у Грузии хорошее отношение. Армяне, также будучи христианами, не смогли в Закавказье найти ни с кем язык. Для них все враги. Я думаю, что в первую очередь они сами себе враги. Вот здесь обитает зло. Здесь и в сердце. И если не изгнать из своего сердца тьму и злобу, и из своего разума, то говорить о здоровье нации – это тяжело. Да, вы упомянули толерантство. Так как, например, в Азербайджане, и в том числе мы, я всегда считали, что Пасха – это не только праздник православия всего азербайджанского народа, так как это Ксняшнинский, да? То есть это как бы с детства так было воспринято. Я вам благодарен за короткое интервью, естественно, за впечатления, которые вы поделились еще раз с нашими зрителями. И еще раз поздравляю вас. Спасибо большое. Мне хотелось бы поздравить взаимно и вас. Хотелось бы поздравить весь азербайджанский народ. Пусть Пасха, светлое Христово воскресение, будет у всех в душе. Пусть любовь, мир, радость, достаток войдут в каждый дом, в каждую семью. И пусть сердца людей, живущих в Азербайджане, независимо от их национальности или религии, будут наполнены любовью друг к другу, радостью и теплом. Спасибо вам.